Место, отведенное под строительство парковок, в народе по старой памяти называется «клубничное поле». Еще совсем недавно здесь располагался невнятный Шанхай с непонятными обитателями. Теперь же уже вполне отчетливо видны очертания первой плоскостной стоянки. В рамках программы расширения парковочного пространства в Одинцово главой района Иванова Андреем Робертовичем было выпущено постановление о выделении муниципальному предприятию «Автостоп» площадки, на которой мы с вами находимся, общей площадью где-то 0,41 га, 41 сотка. И в рамках этой программы мы сейчас здесь делаем благоустройство для организации стоянки для жителей второго микрорайона. Первая очередь парковочного комплекса рассчитана на 140 машиномест. Сооружение будет плоскостным по ряду причин. С одной стороны проходит ЛЭП, с другой примыкает жилая застройка. Поиск свободных мест под новой парковки идет непросто. Рядом с обычной стоянкой на площади в гектар планируется строительство уже семиэтажного паркинга. Здесь обременений нет. По нормам санитарным и строительным мы проходим. И я надеюсь, что после выделения нам этой территории, когда область согласует, она сейчас документы в области на согласование, мы приступим к проектированию вот многоэтажной стоянки. 7 этажей, здесь в общей сложности где-то порядка 600 машиномест будет. Помимо строительства традиционных парковок, продолжается поиск резервов рядом с домами внутри самих микрорайонов. Сегодня эта работа выходит уже на стадию окончательного оформления документов и проведения конкурсов. У нас 9 микрорайонов. В каждом микрорайоне в среднем сегодня, вот, на сегодняшний день, мы нашли где-то порядка около 200 машиномест за счет свободных территорий. Это не считая многоэтажных стоянок, которые должны строить застройщики. Тех микрорайонов, которые идут под застройку, реконструкцию. Окончание работ на первой стоянке в районе Клубничного поля запланировано на ноябрь 2015 года. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».